Здравствуйте, дорогие мои любители музыки! Приветствую вас в музыкальной студии Академии занимательных наук. Речь в сегодняшней передаче пойдет о звуке. Разобраться в этой теме нам предложил Алёша Саенко из города Краснодар. Прочитаю письмо Алёши. Здравствуйте, уважаемая Виолетта Модестовна. Я очень люблю музыку и уже второй год занимаюсь в музыкальной школе на гитаре. Хорошо, что появилась ваша передача, и я могу задать давно интересующий меня вопрос. Если сыграть одну и ту же ноту на гитаре и на фортепиано, они будут звучать по-разному. Учитель сказал, что эти звуки отличаются друг от друга тембром. А что значит тембр с научной точки зрения? Вопрос, Лёша, у тебя непростой, но мы постараемся на него ответить. Существует целая наука – акустика, которая изучает звуки. Но что же такое звук? Кажется, все просто. Звук – это то, что мы слышим. Это и нежная мелодия флейты, и радостный перезвон колоколов, и грохот грома, и слова, произносимые человеком. Все это звуки. Но с точки зрения физики, звук – это упругие волны, колебания которых могут возникать не только в воздухе, но и в жидкостях, и даже в твердых телах. Сейчас объясню принцип. Смотрите, вот камушек. Бросаем его в воду. От него кругами во все стороны расходятся волны. Подобным образом расходится и звуковая волна. А вот гитара. Инструмент, на котором ты, Лёша, занимаешься. Пока мы не касаемся ее струн, звука нет. Что же происходит, когда мы натягиваем и отпускаем струну? Вот смотрите. Она начинает двигаться или колебаться. Эти движения передаются молекулам воздуха, а звуковые волны воздействуют на наши барабанные перепонки. В результате мы слышим звук. Лёша, например, шестая струна гитары, самая толстая, басовая, за одну секунду совершает 82 колебания. Или, как говорят ученые, ее звук имеет частоту 82 Гц. 1 Гц – одно колебание в секунду. Единица измерения периодических процессов названа в честь немецкого ученого-физика 19 века Генриха Герца. Итак, первое, чем отличаются друг от друга звуки, это высота. Да, высотой, то есть частотой звуковых колебаний. И чем частота колебаний струны выше, тем выше звук, и наоборот. У длинных и массивных струн, таких как у виолончели, частота колебаний меньше, а значит, они издают низкие звуки. А у скрипки более короткие и тонкие струны, и она поет высокими нотами. А мой любимый инструмент – альт. Тут я субъективна, он любит золотую середину. Второе важное свойство звука – громкость. Одну и ту же струну мы можем заставить издавать как громкие звуки форта, так и тихие звуки пиано. То есть громкость зависит от мощности источника звука. Вот гудок паровоза, например, это громко. А шелест листьев, ну это, конечно же, тихо и нежно. Следующее отличие звуков – третье. Длительность звучания. Вот, например, длинная нота. А вот короткие. На сочетании таких длинных и коротких нот строится ритм любого музыкального произведения. И, наконец, четвертая характеристика звуков, о которой и был вопрос – это тембр. Впервые тайну тембра раскрыл древнегреческий ученый Пифагор. Проводя опыты со струной, Пифагор заметил, что одновременно происходит вибрация не только всей струны целиком, но также и ее частей. Звуковая волна исходит от половины струны, от трети, от четверти и так далее. Эти колебания он назвал обертонами. Обертоны сливаются с основным тоном, и поэтому в отдельности мы их не слышим. Но именно они
придают разным музыкальным инструментам неповторимый тембр. Ведь обертоны или гармоники сильно зависят от формы колеблющегося тела, то есть от инструмента, который издает звук. А как вы думаете, что будет, если убрать обертоны? Увы, останется унылый и совершенно плоский звук. И тогда не отличишь, откуда музыка и что за инструмент поет. Обертоны, как говорим мы, музыканты, придают звучанию вкус. Музыкальный, конечно, я бы даже сказала, аромат. Окрашивают голоса разных инструментов в разные краски. Например, этот звук. Он тусклый и низкий. А этот? Ну, этот простой. А этот? Это вообще не звук, это слон подскользнулся. А этот? А этот солнечный, яркий. Ну вот, Алёша, надеюсь, я ответила на твой вопрос. Еще одно интересное письмо пришло к нам в редакцию от Оли Дмитриевой из Екатеринбурга. Оля пишет: «Здравствуйте, Виолетта Модестовна. Недавно я услышала, что флейта относится к деревянным духовым инструментам. А почему? Ведь она сделана из металла». Оленька, ты очень наблюдательна и, наверное, учишься в музыкальной школе. Флейта действительно сделана из металла, из сплава никеля и серебра. Это профессиональный инструмент, на котором играют музыканты в симфонических камерных оркестрах и сольно. Флейта – один из древнейших музыкальных инструментов. И прежде чем она стала такой, как ты ее себе представляешь, она совершенствовалась тысячи лет. Когда-то давным-давно древний пастух повел на водопой своих овец. На берегу реки сорвал тростниковую трубку и решил, сам не зная почему, подуть в нее. И вдруг он услышал звук. Однако вскоре ему надоело играть один и тот же звук. И пастух догадался, что можно проделать в трубке отверстие. И тогда, перекрывая эти отверстия пальцами, можно играть разные звуки. Древнего человека это очень обрадовало. Он стал сочинять и наигрывать первые флейтовые мелодии. А вы знаете, почему меняется высота звука, если открывать и закрывать отверстия в корпусе флейты? Все дело в том, что в духовых инструментах роль колеблющейся струны выполняет воздушный столб. И чем он объемнее, тем звук ниже. Давайте проведем небольшой эксперимент. Вот у нас бутылочка с водой. Ну, примерно половина, да? Давайте попробуем подуть в нее. Слышите, какое-то шипение, совсем не музыкальное. Чтобы звук был музыкальным, надо дуть немного наискосок, чтобы струя воздуха рассекалась краешком бутылки. Вот так. Вот это уже на что-то похоже. А если мы выльем немного воды, куда бы... А, спасибо большое. Так. Так. Смотрите, что теперь будет? Вот. Звук стал ниже, значит, чем больше объем воздуха, тем ниже звук. Так и у флейты. Когда все отверстия закрыты, так, столб воздуха максимально большой. Но как только мы откроем дырочку, объем воздушного столба уменьшится, и звук станет выше. Вот. И чем больше открытых отверстий, тем выше звук. Вот так вот флейта рождает разные ноты. Все духовые инструменты, в которых звук образуется при рассекании воздуха об острый край, относятся к большому и дружному семейству флейтовых. Чаще всего флейты делались из дерева, поэтому традиционно флейту и относят к деревянным духовым инструментам. Такие инструменты сохранились почти у всех народов мира. Они отличаются по внешнему виду, имеют разные названия. Например, в России это свирель, на Украине – сопилка. Самое популярное сегодня – это поперечная флейта. Почему поперечная? Потому что музыканты ее держат поперек своего тела. В Центральную Европу этот инструмент попал из Китая в конце 17 века. Он постепенно менялся. К пальцевым отверстиям добавлялись клапаны. Все звуки теперь расположились рядом, под пальцами. Конечно, легкость и виртуозность игры на таком инструменте резко выросла. А немецкий мастер Теобальд Бем в первой половине 19 века изготовил флейту из металла. Вот так, Оля, флейта и стала металлической. А теперь, друзья мои, давайте-ка отправимся на репетицию оркестра с помощью волшебного аккорда. Там я познакомлю вас с замечательным флейтистом.
Обратите внимание, в оркестре играют, как правило, два флейтиста. В некоторых произведениях используют еще одну флейту, малую или флейту пикколо. Флейтисты сидят почти напротив дирижера, и им поручаются очень ответственные сольные партии, потому что это самый виртуозный и подвижный инструмент в семействе духовых. Красота тембра флейты и ее виртуозность целиком зависит от мастерства исполнителя. Он должен обладать чрезвычайно развитым дыхательным аппаратом. И тогда инструмент способен с удивительной легкостью воспроизводить пассажи в быстром темпе, издавать трели, напоминающие голоса диковинных птиц и зверей. Но также флейта может и неторопливо петь о чем-то несбыточном и прекрасном. И это нам сейчас продемонстрирует солист Национального филармонического оркестра России Владимир Шемиданов. Ну вот, дорогие друзья, время нашей передачи подходит к концу. И я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы открыли много интересного для себя. А может, кто-нибудь из вас заинтересовался флейтой и решил научиться на ней играть? Тогда мы не напрасно готовили эту передачу. Пишите мне и задавайте все интересующие вас вопросы по адресу 109-147, Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал «Радость моя». Или оставьте их на сайте radostmoya.ru. Ваша Виолетта Модестовна. Thank you.